В Ульяновской области проходит неделя туризма. На самых ярких тематических мероприятиях побывала наша съемочная группа. В центре Ульяновска организовали фотовыставку «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета». Экспозиция расположена на эспланаде, соединяющей площадь Ленина и Соборную. На фотографиях представлены 240 волжских пейзажей из 15 разных регионов. Также в Ульяновске проводится конкурс для профессионалов туриндустрии. В честь дня, Всемирного дня туризма в Российской Федерации, Международный день туризма считается, он празднуется 27 сентября ежегодно, мы приурочили это событие и это поздравление к этому дню. Есть специальная комиссия, которая оценивает по бальной системе тех или иных конкурсантов. Участвуют практически все субъекты предпринимательства. Церемонию награждения победителей провели в зале Музея Симбирской классической гимназии. Перед тем, как одарить выдающихся деятелей грамотами и презентами, губернатор поделился планами. В этом году началось формирование национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Каждый год на развитие отрасли федеральный центр будет направлять крупную сумму. Национальный проект, вы, дорогие коллеги, надеюсь, все знаете, стартует уже в следующем году. И ежегодно на его финансирование будет выделяться почти 80 миллиардов рублей. Согласитесь, внушительная сумма. И эта сумма будет направлена на сосредоточение инфраструктуры и бизнеса в тех точках, которые наиболее интересны нашей стране и, прежде всего, конечно, людям. На облагораживание региональных туробъектов тоже направят средства. В этом году в областном бюджете заложено 700 миллионов рублей. Эти деньги будут вкладываться в развитие турбаз, домов отдыха и местных достопримечательностей. Виктория Чиркова, Владимир Куликов, новости Ульправда ТВ.